Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, love. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, love. Становилась похожа на день сурка. Я полностью посвящала себя материнству и домашним делам. Потому что это модно, современно и увлекательно. Каждый день мы проходим задания, которые приходят на почту. Их прохождение формирует в нас правильные привычки и заставляет узнать что-то новое. В протяжении 50 дней вы каждый день получаете новое задание. Во-первых, это новые знания. Второе – это информация к размышлению. Третье – это ежедневный уход за собой, что позволяет оставаться красивой всегда. И каждый день совершенствуя свои привычки. Каждое мое утро начинается с улыбки. Каждый день несет в себе массу впечатлений. Теперь мои осанки могут позавидовать многие. То я стала больше замечать красоту вокруг и вспомнила, как весело бывало в детстве прыгать, бегать. Задание приготовить wellness-крем-суп помогло мне за неделю сбросить лишние килограммы. Быстро, полезно и вкусно. Моя кожа, ногти, волосы, мой стиль жизни, мое окружение, я уже вижу первые и положительные изменения. Я по-другому стала смотреть на людей, по-другому стала относиться сама к себе, к своей семье, к окружающим, вообще к жизни. Уверенность в себе, уверенность в том, что я все могу. В проекте мне попадались такие задания, как выспись, сходи на прогулку, делай перерыв между работой и отдыхом 10 минут, сделаны именно для нашей эффективности. Помог мне развить креативные способности и обрести новый образ. Придерживаюсь здоровому образу жизни. Узнала про акцию «Час Земли», которая призывает людей быть неравнодушными к нашей планете. В прошлом году в акции приняло участие 2 миллиарда людей. Учат наших с вами новичков делать классные посты. Простые, ничего выдумывать не надо, все компания придумала. Бери и делай. В самых неожиданных местах, как я, например, сейчас стою в лесу и с вами разговариваю. Также хочу сказать спасибо проекту за то, что я вышла на результат одна регистрация в день, а иногда бывает и две. Теперь знакомые и незнакомые люди наблюдают за мной. Будьте здоровы, успешны и прекрасны каждый день. Вечером я с нетерпением жду нового задания. По-моему, отличная идея, чтобы проснуться от зимней спячки, зарядиться энергией, подготовиться к лету. Присоединяйся и ты к нам. Kick.